Коллегам археологов из Кызылординской области тоже повезло с ценной находкой. Необычное каменное изваяние в форме кубоза они обнаружили на месте, где в 9-10 веках располагался портовый город. По прогнозам ученых, памятник национальному инструменту был выполнен во времена агузов. Каменная скульптура размером 40 сантиметров выполнена из песчаника и украшена бусинами. Предположения разные, но я как художник в этих очертаниях вижу именно этот музыкальный инструмент. Природным творением статую не назовешь. Тут видна ручная работа. Края и задняя часть статуи отшлифованы. Для нас основной целью здесь является вот полностью выявить вот всю стратиграфию, все наслоения слоев культурных, да, и уловить вот тот комплекс, тот момент перехода от жетоасарской культуры к гузской. Могу сказать, что на территории Центральной Азии подобной культуры просто нет. Это точно совершенно.